Всем привет, с вами Туди. Сегодня третья серия прохождения BioShock Remastered. И в предыдущей серии мы научились приручать мистеров Бабблсов. Еще я смотрю то, что я пропустил дофига лута. Это не есть хорошо. Картечь мне нужно. Определенно. Не подбирается. Ладно. Блин, действительно это дофига лута. Смертные казни в восторге. Говорят, на улицах беспорядки, но пришло время твердой руки. Нужно принимать меры против контрабандистов. Любой контакт с поверхностью подвергает восторг опасности со стороны тех самых паразитов, от которых мы в свое время спасались. И свернуть пару голов не слишком большая цена за наши идеалы. Ну, такое решение на самом деле. Что это? На, косой. Ладно. Добро пожаловать на распродажу. Что-то у меня аптечек очень мало. Так, куда далее? Что-то я уже к ним немного привык. Эх, эти мутанты. Здесь тоже патроны? Да. Фонарь такой? Да. А. Вот тут какой-то прудик с фонарями. Это что? А. Нет, не надо. То есть надо, но не сейчас. Что это? Что это? Встреча с Райаном. А, твою мать твою. Грязный субмарине, и у меня закипает кровь. Помоги мне их спасти, и я буду твоим должником на всю жизнь. Да я помогу, помогу. Только тут не надо этого самого делать. Здрасте. Камера на них, как я понял, вообще не реагирует. Почему? Непонятно. Хотя, наверное, так и надо. Так, ну тут я вижу, можно отключить сигнализацию, это очень хорошо. Могу все время, да, могу все время завязать. А, стоп, оно же хилит и убавляет ману. Точно. Я все время за раз съезнул. Идиот. Блин, надо почаще дробовиком пользоваться, потому что, ну... Я супер мало его вязаю. Он наносит огромное количество урона. Так, электричество. Я слежу за этой маной. Что? Что там? Ума на тебя. Прекрати. Тебе снимки. Дядь, дорогая, прости, но
сегодня я опять задержусь. Розенберг захотел поговорить со мной о Фонтейне. Я пытаюсь основать нормальный финансовый рынок, а этот идиот только и знает, что болтать про свой Адам и генные модификации. Придется потратить час на эту пустопорожнюю болтовню, делая вид, что мне очень интересно. Но я постараюсь вернуться домой поскорее. Эндрю. Прикрой я тут все, я бы сам себе пожал руку. Но будем смотреть правде в глаза. Мы же говорим не о кровожадных бандитах. В восторге живут поэты, художники, теннисисты, а не наемные головорезы. Но этот их главарь, этот Фонтейн, он умеет проворачивать дела. Старается не пачкать руки, но не настолько, чтобы те, кому надо, не поняли. С ним лучше не связываться. Так, ну, мы здесь вроде бы все собрали, и я опять в шоке от вот этого и вот этого. То есть геймплей может быть супер разнообразным, но от меня он какой-то, ну, просто шутер. Чтоб ты сдох. Там опять никого нет? А, ставьте 5 монет. Патрона. Ну, максимум. Сложность я повышать не буду, просто потому что... Офигеть, их тут. Еще и сзади кто-то. Что он? Зачем вы умерли, господин? Это что? Ты его фуражка? Видимо. Так, не то. Там хилка есть. Здесь кровь. Здравствуйте. Вот так забавно вышел, элегантно. Думал, как это комментировать, но решил избежать комментариев. Черт. Да, у них тут все протекает. Опять эта сволочь? Так и знал. Ну, здравствуй. Павук. Так называемый. Чё делаешь? Давай, слазь оттуда. Слазь, клуб. Слазь, говорю. Будем с тобой играть. Я мой шотган. Вот, шотган с ними отлично справляется. А можно еще и трупы фотографировать. Слишком низкий уровень. Ок, что это? Это робы какие-то, наверное. О. Ящики, они пустые.
можно насладиться видом. Выглядит просто шикарно. Но здесь не хватает типа на всяких субмарин и что-то в этом роде. Вот это выглядело просто идеально. Так не смотрится немного просто. Тут нифига вот такого-то, знаете. Сломать, допустим. Ну, высокий уровень сложности. Можно попробовать. Или нельзя. А. Да. Видимо, нельзя. Так, я не хотел это делать. Я хотел перезарядиться. А, это бронебойный. Блин, ладно. Еще эта штучка летает. Даже несколько. Так. Что происходит? Почему у меня было высветилось красным? А, ты взорвался? Не функционирует. Чумотика. А, его можно взломать. Мне это не надо. Придется тратить хилку. Бесит. Бесит. Моя жена Мойра. Вот уж зануда, но красавица, каких мало. И я от нее без ума. Верно, Бог меня наказывает за то, что я притащил их с Патриком сюда. Я думал, мы тут заживем по-новому. Но надо же быть таким болваном. Так бывает. Кто кричит? Кто кричит? Это ты, сволочь. Ну иди сюда, давай, давай. Точно, тут ведь где-то пиктать. Надо немного аккуратней. Вон он входит, красавец. Наверное, есть смысл потратить на него нос. Не хочу с ним сражаться, потому что слишком большая трата патронов. Кто это делает? Успокойтесь. Прикройте. Вот это убежало. То есть, если я делаю вот так, то я не смогу больше ничего сделать. Так, а ну вернись. Плохо. Ладно. Идем назад. Или нам куда? Нет, нам даже не сюда. Дальше он за мной не идет. Идеально. Приют маленьких сестричек. В тревожные времена отдайте вашей девочке. А почему он здесь лежал? Верните мне её. Мать! Что же вы делаете, сволочи? Я офигел немного тут и Биг Дэдди этот.
сволочь с крюками. Это, блин, уже какой-то не шутер, а хоррор. Так, ну чё ты там, давай открывай. На тебе ключи. Портовая крыса здорово влипла. У тебя что-то есть для меня и моей команды? Или ты просто так явился? На критику нарываешься? Я принес тебе фотографии. Стол накрою и все такое. Пускай меня. Я тебе дверь сломаю. Прежде чем отправиться на рыбзавод, послушай доброго совета. Старый персик, тот и еще пройдоха. Держи ушки на макушке. Он свалил и открыл мне дверь. Конечно. А, я понял. Не понял. Так, это уже не работает. Здесь, здесь тоже ничего. Надо было сначала все осмотреть, потому что потом взять огонь. Чё лежишь? Вставай. А, то есть этот ключ не является оружием. Отлично. Отлично. Он будет меня встречать хотя бы? Туман. Это... что Фонтейн превратится в прах, а теперь ты делаешь за него грязную работу. То есть Райн вроде как солгал, а ты? А я что? Ты меня, конечно, извини, но я надеялся, ты не встретил. Чё это такое? Кто тебя послал? Нифига вас тут, гайс. Что-то да. Их слишком много. Денег нет. Ну гореть. Ну все гореть. Кто не горит, тот... тот дебил. Да и я не собирался, в общем-то. Вот это мое. Дверь закрылась. А, тут надо телекинезом. Надо работать телекинезом. Да ну, ну прекрати. Ой. Да я и не пытаюсь. Хочешь, тебе бить задаст в сторону? Давайте. Чё ж вы такие? Кинец, можно что-нибудь? Пушка. С одним патроном. Вау, полезно, полезно. Может, можно поджечь труп. Вау, а я силен. Этой бухтой пользуются только воры и контрабандисты, чтобы прятать подлодки. Скорее всего, вход в нее не так легко отыскать. Так они сбивают сыщиков со следа. Кому там бочку надо? Достаю бочки, Перес.
кого я у тебя не забираю? Блин. Говорю, прекрати. Хватит. Всем достанется, говорит, всем достанется. Чего вы переживаете? Опа. Так, кто? Вот этот. Ой, как хорошо, теперь у нас есть пушка. Наверное, стоит сжечь. Чего одно валяется, да вы шутите. Можно мне какую-нибудь способность на хилку? Чтобы вот взять и подхилиться. Кто там? Кто идет? И хедшот. Считаю, неплохо. Кто там ругается? Кто там только кинет, чтобы ругаться на меня? А в курсе, что там еще? Дверь просто нужно немного. Вот так. Да, могу. Так, ну тут есть рыбка. Да, что это? Еще инъекции. Уж сколько же ее тут. А здесь можно сигнализацию было отключить. Я не додумался. Патрон. Это для автомата. Мне его еще не выдали. Идеально. Все. Теперь я вооружен. Еще более опасен. Даст. То есть здесь ничего не было. Мягкие это дело. Я тоже. Думаешь, тебе это так сойдет? Да. Да, мне, конечно, шутеры лучше не играть. Выходит и мне говорит, что, пожалуй, пойдет к констеблю. А на другой день Сэмиджи нашли в мешке на дне соленого пруда. Тут у нас выбора нет. Или держаться Фонтейна, или на виселицу. А если начать бузить, то кончим мы как Сэмиджи. Должен же быть какой-то другой способ. Что за соленый пруд? Улучшить оружие? Вот это надо. Вот это просто идеально. А чё светится? А, перестал светиться, ладно. Кто здесь?
Ты не можешь все бросить. Фонтейн отыщет тебя. Эй, к черту Фонтейна. Фонтейна никто не может послать к черту. Он сам всех туда посылает. Золотые кинопленки. А, так, это мне не надо. Отлично. Дальше плыть будет легко. А я встречу тебя на месте. Наконец-то. Логово контрабандистов. Ну и кретин. Мы все сюда спустились. Ждали, что станем вроде как звеньями великой цепи. Только цепь самого Райна оказалась из золота, а наша такая с большим железным ядром на лодыжке. Он сейчас в форте веселый, с модными модельками развлекается. А мы тут в этой выгребной яме потрошим рыбу. Фонтейн обещал нам кое-что получше. Он же вроде как один из нас. Ты знаешь, сам себе на хлеб зарабатывал. Он велел к 11 часам подходить на рыбный склад. Я схожу и пару человек прихвачу с собой. Куш-то уж, все равно некуда. Ну, вообще-то есть куда. И вот оно, кстати. Дальше. Эти подлетки. Нажми на кнопку там в будке управления и впусти меня. Думаю, нам пора пожать руки и познакомиться. Я думал, такой возможности у меня не будет. Ты развлекся, но теперь довольно. Если нажмешь эту кнопку, то узнаешь, как я поступаю со своими врагами. Напустишь, натравишь на меня двух монстров маглсов. Может, трех? Может, сразу сотню? Чтобы мне было прям вообще в кайф. Так, ладно. Ого. Ты там что, замыкание устроил? Ни черта не видно в этой будке. Еще секунду, и я вытащу тебя оттуда. Мойра, ты меня слышишь, родная? Нет. Дайте же мне уйти. Мутанты.
бегу. Ах ты сволочь, куда ты появилась? О, а теперь слабенькая, кстати. Ну, гореть. Все гореть. Конечно, извините, но я после такого Райана немного убью. Я летсплеер, мать твою. Опять на ум приходят аналогии с одной очень большой страной, в которой примерно такая же ситуация. Ага. Не буду называть название этой страны, не хочу проблем. Можно я приду за Райаном? Конечно, жестко. Я пришел сюда, чтобы достичь невозможного. Ты пришел украсть то, что не способен создать точно сметенный гун у врат Рима. Даже воздух, это я за него плачу. Ну так дыши глубже, чтобы потом вспоминать его вкус. Доберись до батисферы на пологих холмах. Она тебя хоть к черту на рога доставит. И тогда по всем долгам будет уплачено сполна. Это прекрасно. Похоже, каким-то горемыкам уже начали призраки мерещиться. Призраки! Райан мне говорил, что от магнитов возможен такой побочный эффект. Память одного бедолаги передается другому через генные образцы. Протечки, чокнутые повстанцы. А теперь еще и кровавые призраки. Да уж, в восторге не жизнь, а сказка. Не то слово. Процедура возрастания увенчалась успехом. Моллюски в одиночку не производили достаточно адама для серьезной работы. Но в сочетании с хозяином у нас кое-что получилось. Моллюск вживляется хозяину в брюшину. И после кормления хозяина мы вызываем отрыгивание, что дает нам в 20-30 раз больше пригодного к использованию адама. Теперь проблемой стал дефицит хозяев. Фонтейн говорит, терпение, Тененбаум. Скоро откроется первый дом для сестричек, и проблема будет решена. Что? Не поможете мне помочь! Что происходит? Что здесь происходит? Можете мне ответить? Короче,
короче, беру автомат, потому что так мы... Так. Кто бы это ни делал, прекращайте. Патронов у меня, конечно, на всех не хватит, но... Парочку звезд я как минимум заберу с собой. Так, ладно, не сюда. Вот сюда. Что происходит? Что это? Здравствуйте. Ты кто? Ну, в ногу упал. То ли уметь телепортироваться, то ли еще что-то. Здесь диски есть, я бы их тоже забрал. Весит они, конечно, немало, но... Могут пригодиться, наверное. Куда ты убегаешь? Что это? Не знаю. Вот ты и сдох, наконец-то. Маг. Мутант-маг. Мутант-мага. Сегодня Аркадия была закрыта для всех, кроме посетителей с деньгами. Этот человек нанимает меня вырастить лес на дне океана, а затем превращает прогулку почаще в роскошь. Райан спросил, разве крестьянин не должен продавать то, что вырастил? Разве гончар не должен получать прибыль за свои горшки? Я начала было с ним спорить, но затем вспомнила, кто подписывает мне чеки. Плохо быть лицемером, конечно, но безработным лицемером еще хуже. Факт. Но на самом деле, вот этот сад, который находится под водой, я не знаю, где мы, в море, в океане. Это супер интересная идея. Тем более, что таким образом можно пополнять запасы воздуха. Так, что это такое? Это молотый был? Так, камера, небольшое оружие. Было очень весело, знаешь ли. Надеюсь, больше таких мутантов магов не будет. Серьезно? Турели вообще пофиг, что ли? Секунду. Блин, глаз зачесался. Глаз. А ну вернись. Где ты, что делаешь? Что же вы такие живучие все? Блин, я не знаю, что турель может поворачиваться. Внизу кто-то? Не показалось. Кто там есть? Я сюда. Напал. Понял. Есть, нам вскоре выдадут огнемет. Спойлеры через магазин. Ого. Просто навелся. Сейф. Взломать вот это. Чё там? Напал. Ого. Ловушка. Я не хочу причинять боли, но иногда приходится. Ладно.
есть телекинез. Понятно, нужно труп этого дядьки использовать. Все работает отлично. Жидкий азот. А, то есть я смогу еще и замораживать врагов. Что-то здесь слишком много возможностей. Да, блин. Клей. Можно понюхать. Эти идиоты ничего не понимают. Да не особо. Счастлив. Блин, нифига у них тут прикольно. Опять кто-то поет. Кого-то закопали. Палка просто. А, труба, наверное. Что здесь? Чего, наверное? Они идут! Спасибо, что пришел! Не за что. Опять маг. Тупой колдун, иди сюда. Будем с тобой разбираться. Чего магию кастуешь? Универсальный конвектор. А, это типа крафт. Блин, я ничего пока скрафтить не могу. Себя очень странно ведет. О, резиновый шланг. Отлично. Меня случайно не ударит только. Где должно быть, но... Офиг. Лут. Символы. Здесь еще не поздно открыть свою. Фу, вот это забавно, конечно. Идем дальше. Заспамился кто-то. Ты скорее прогрузился? Подставить, знаешь, ты мог нас подставить. В курсе? А по мне стреляют, что ли? Походу. И что делать? Стенки, чтобы меня не заметили.
Так. Этот куст, конечно, это просто гениально. Жидкий азот. Тут что-то пищит, как сейф в Alien Isolation. Типа такой, о, сейф. Так, у меня все есть. Нифигово. Я надеюсь, звуки с улицы не слышат, потому что это просто ужасно. Просто. Если тут надо. Хорошо. И только приди сюда, и мы это обсудим, да? Я не знаю. Банк. Определенно не то, что мне нужно, это что? Это 5 крафт. Бронебойный патрон. Можно. Когда нам выдадут огнемет? Мне это нужно. Это что за звуки? Почему я не умею кидать фаерболы? Могу только поджигать. Что за обидно? Более картонные, чем у меня в доме. Потому что я, блин, слышу все. Так быть определенно не должно. Тише. Вот кто? Оттуда прямиком к Райну. Так, это не то, что хотел сделать. Определенно не то, что хотел сделать. Дверь. Иди нафиг! Кыш отсюда! Ты идиот! Ты видел, что там идет? Дегенерат. Ты иди сюда, нет. Мина. Мина, уйди. Мина, кыш. А что, они не взрываются? Почему они не взрываются? Мистер Би, иди нафиг. Мистер Би. Ты умер? Да все в порядке, все в порядке. Как тебя спасти? Да-да-да. Да-да-да. Все, теперь вали отсюда, кыш. Кыш. Спасибо. Почему не типаться? Что? Так. Где мой дробовик? Опять перенервничал. Перенервничал. Посмотрите. В смысле сломан? Куда?
пинкинный банк. Можно мне улучшалку для оружия, пожалуйста? Было бы идеально. Давление по поводу плазмидов было не высоко. Есть порочный эффект. Слепота, безумие, летальный исход. Но если не испытывать новую идеологию, тогда зачем она нужна? Рынок не реагирует, как младенец, и не визжит при первом же недовольстве. Рынок терпелив, и нам следует брать с него пример. А, я думал, еще что-то будет. Ладно. Так, здесь мы будем. Опять перестрелка. И опять кто-то свистит сквозь стены. Вау. Сколько там? 100. Блин, придется еще одного мистера Бабла забить как минимум. В смысле, твоя территория, дружище? Это общая территория. Что это? Опять гнилая тыква, вы посмотрите. Сколько же здесь гнилых тыкв? У меня уже штуки две на счету. Конечно, понимаю, но не слишком ли это неадекватно ставить турель и мистера Бабблза в одном месте? Так, бронебойный подход. Отлично. Прекрати. А, не сдох. Серьезно, сдох уже два раза. Электрическая картечь. Ну, вот это пойдет. Так, стоп, нам не сюда, нам сюда. Но я не слышал, чтобы там была маленькая сестричка. Да иди ты нафиг! Что? Три картечи. А, она все-таки есть. Отлично. Картечься на тепло. Можно мне тогда... Что у меня еще есть? Дробовик, наверное. Стримбаблс где-то есть. Так, предлагаю тебе немного задохнуть, мистер Бабблс. Вообще пофиг. Да ты издеваешься. Почему турелька на него не бьется? Если бабус. Я сейчас сдохну. Можно не надо? Пожалуйста. Умоляю. Ну наконец-то. Пожалуйста, вставайте, мистер Боб. Нет. Тише. Нет, нет, нет. Тише. Все, кыш. Блять, что? Спасибо, мистер. Можно взять гранату? Спасибо. А. Это КВ.
квест дают. А хилку. Можно хоть что-нибудь взять? Я готова ко сну, мистер Бабблс. Ок. Так, где там магазин был? Вот здесь. Обманите систему безопасности. Так, мне это не надо. Не знаю, может быть и пригодится. Человек-огонь. Не, не. Так, ниже я прочитал, что это маркер безопасности. Что это такое? Не знаю, но у нас по-прежнему супер мало аптечек. Почему здесь так много этих мистеров? Вот так. Просто от вот этого, который идет сюда, я немного офигел.